Мы находимся у берегов Панамы, где, предположительно, обнаружен гроб легендарного мореплавателя сэра Фрэнсиса Дрейка, похороненного в море больше 4 веков назад. Скажите, а вас не смущает такое надругательство над останками предка? Звучит двусмысленно. И вы же мне вроде не верили. Ну да, я навела кое-какие справки. И, насколько мне известно, Фрэнсис Дрейк не оставил потомков. Ну, историки могут ошибаться. И нельзя надругаться над тем, чего нет. Обалдеть! Вот хитрюга. Что там? Ну-ка, покажите. Нет, нет, еще чего. Уговор был только на гроб. И все. Одну минуточку. Моя программа оплатила эту экспедицию. Вы же получили свой сюжет. Нет, мистер Дрейк, вы подписали контракт, и я имею право видеть все, что вы тут... Давайте это потом. Салли, у нас проблемы, давай скорее. Так, так, а что там случилось? Пираты. Пираты? Да, современные. Эти пленных не берут. Ну, по крайней мере, мужчин не берут. Стоп, вы о чем вообще говорите? А может, нам вызвать береговую охрану? По идее, надо бы, но у нас у самих нет разрешения тут находиться. Чего? Да, так что если не хотите в панамскую тюрьму, придется разбираться с ними самим. А что хуже? Да, вы явно не бывали в панамской тюрьме. Стрелять-то хоть умеете? Ну, это же как камера. Просто наводишь и жмешь, да? Все так и есть. Ну, поехали. Как они вообще нас здесь нашли? Они за мной уже давно гоняются. Я думал, отстали. И чем вы их так разошли? Это долгая история. Походу, вы им крепко насолили. Ты не болтай, а стреляй! Саня, быстрее! Ну уж нет. Ну давай, Салли, где же ты? Валерий! Ой, слава богу! Черт!
нельзя тебе одного оставить. У меня было все под контролем, пока нам лодку не взорвали. Ты как? Меня ждут годы психотерапии. О, да это же прекрасная, непревзойденная Елена Фишер. Получите минуту славы. Я предпочел бы остаться за кадром. Мне Виктор Салливан. А. Да чтоб тебя. Я бы предложил валить, пока нас еще кто-то не заприметил. Ну? Подарок от сэра Фрэнсиса. Что, нашел-таки гроб? Погоди-ка, это то, о чем я думаю. Дневник самого Дрейка. Как я и сказал, свою смерть он инсценировал. Шел на что-то крупное. Да, но ты только не болтай. Ладно. Это ваше, мистер Дрейк. Думаю, я заслужила право взглянуть на этот дневник. Смотри, когда Дрейк отправился в Тихий океан, он застал испанскую флотилию врасплох. Он захватил их корабли, их карты, письма, документы и переписал все это в свой дневник. Ага, так но это... потом в Англии королева Елизавета конфисковала все его записи и журналы, и дневник. И потребовала от всей его команды молчания. Так значит... Дрейк явно что-то обнаружил в этом плавании. Что-то секретное. И очень ценное то, что надо хранить в тайне. Ладно, Нейт, давай притворимся на минуту, что мне все это неинтересно. Переходи к делу, а? Ему сразу кульминацию подавай. А что дамы об этом говорят? Пока никто не жаловался. Ну ладно, тогда вот самое интересное для тебя. Ха-ха-ха. А? Это же хреновый Эльдорадо. Ну, что скажешь, крупная добыча. А еще что он пишет? А, так теперь тебе интересно, да? Да. К сожалению, ничего. Последнюю страницу вырвали. Ну вот. Зуб даю, Салли. Это оно. Наконец-то это оно. Точно. Только у нас есть одна маленькая проблемка. Да, я же сказала, взорвалась. Утонула. Нет, у нас же на этот случай есть страховка. А. О, нет, камера нет. Все нормально. За камеру не переживай. Нет. Как новенькая. Салли, она может за себя постоять. Ты бы ее видел. Ладно, тогда иди скажи, что мы нашли затерянный золотой город. Пусть ее продюсер впихнет это в эфир. А, да ладно тебе. Нейт, ты мне доверяешь? Ну, плюс-минус. Хорошо, потому что конкуренцию нам составят все бандиты мира, если мы от нее не избавимся прямо сейчас. Ты такой джентльмен, Салли. Знаю, неприятно. Ничего, переживет. Нет, я не... Ну и пускай мы превысили бюджет. Ты понимаешь, что это может быть самый громкий сюжет года? Эй, привет. Нет, я им вообще не доверяю. Поэтому надо быстро. Дай мне съемочную группу, и я обещаю, что... Ах ты, сволочь. Эй! Этого следовало ожидать. О, погоди. Сбавь темп, парень. Я уже, знаешь ли, не молодой. Ух. Ну и не слишком старый для той маленькой барменши из Лимы. Но это другое дело. Хотя, признаться, не менее выматывающе. Ладно. Держись, старикан. Уже почти пришли. Кстати, это мне напомнило... Я тебе рассказывал, как я втюхал Пабло Эскобару поддельную статуэтку 16 века. Рискованная затея, но к тому времени, когда до него дошло, я уже... Нейт, ты меня вообще слушаешь? Внимаю каждому слову. Только зря воздух сутится. Ты правда думаешь, что Фрэнсис Дрейк забрался в эти края? Отсюда до Англии далековато. Ugh.
Ну? Я не вырубаюсь. Судя по координатам, это прямо здесь. Может, ты просто не так смотришь. Дай сюда. Нет, мы на месте. Тут ничего нет, Нейт. Опять мы зашли в тупик. Тихо, Салли. Расслабься. Давай лучше осмотримся. Да, все равно, что искать невесту в борделе. Ну, вот это я понимаю. Кто это построил, Линки? Не, кто-то до них. За пару тысяч лет до них. Нашел что-нибудь? Пока ничего. Ты поаккуратнее там. Там земля как-то странно выглядит. Пусто. Так, надо тут чем-то пробить. Молодец, парень. А, тут без фонариков. О-о-о! Милое, уютное местечко. Не совсем то, чего ты ожидал, да? Да. Ну и где все золото? Отсюда все вынесли много веков назад. Вшивый британский пират. Это сделал не Дрейк. Посмотри, испанцы побывали тут еще до него. Ты чего, Салли? Нет, не нужна мне эта дурацкая железка. Я в долгах, как в шелках. Я рассчитывал, что нам повезет. Что, ты все пропил в барах Лимы? Да, и плюс пара неудачных сделок. Я всегда говорил, держись подальше от плохих парней. И плохих девчонок. Да? Кто бы говорил? Это ты о чем сейчас? Та репортерша. Видал я, как ты на нее пялишься. Елена? Перестань. После того, как мы ее бросили, мне явно ничего не светит. В любви и на войне все средства хороши. А если одно не отличить от другого? Тогда, мой друг, у тебя проблемы. Эти испанцы даже не прибрались за собой. Осторожно, Нейт, высота немалая. Это уж... Это вариант! Thank you.
Ну-ка, дай я. Я придержу, а ты найди, чем бы ее подпереть. Все, отпускай. Наверное, выдержит. Быстрее, Салли! Что-то ты не рассчитал. Будем надеяться, что тут есть черный ход. Знакомо выглядит. В записях Дрейка что-то такое было. Ага, нашел. Видимо, это что-то вроде лампы или жаровни. Попробую ее зажечь. Ну вот, ты ныл про мою сигару, она, видишь, пригодилась. Надо как-то расчистить этот завал. Класс! Красота! Что теперь? Пойдем. И что теперь? Что это, по-твоему? Стоп, я узнаю эти символы. Порядок этих знаков имеет значение.
Да, там сбоку вроде бы лестница. Жди тут, я слазаю. Ладно, будь осторожен. Только поосторожней там. Уже что-то. Ты же не собираешься плавать в этой жиже? И не в таком плавал. Я весь промок. Получилось! Я перебрался! Сможешь открыть? Блестяще! Сейчас разберемся. Ну и конструкция. Yeah.
бегу. Я добрался! Я живой! Ага, ух. Кажется, мы близки к цели. Ну еще бы, после такого. О, ну и ну. Храм построили вокруг нее. Вокруг чего? Статуи. Золотой статуи. Огромной золотой статуи. И посмотри, тут люди этой штуке поклоняются. Ну, вроде бы люди. Ну, конечно. Эльдорадо, золотой человек. Салли, это не золотой город, это он, золотой идол. Эх, представляешь, сколько бы он теперь стоил. Тут следы, смотри. Наверняка испанцы его на бревнах вытащили. Ха. Мы опоздали на 400 лет. Значит, это все. Похоже на то. Вот черт. Но можно? Можно что? Пойти по следам. Тут след прервался. Судя по всему, они взорвали заднюю стену храма. Ага, сократили себе путь, чтобы было проще вынести добычу. Класс, и что дальше? Салли, ты слышишь? А вот такое не каждый день увидишь. Боже. Поднялись по реке в паводок и застряли. Пошли, посмотрим. Нет, стой, стой, стой. Как-то это все слишком чудно. Чудно? Ты будто никогда не видел немецких подлодок посреди джунглей. Я вообще-то серьезно. Давай так, ты жди тут, а я один слазаю. Если увижу нацистов, обязательно тебе сообщу. Давай, так и сделаем. О, стоп, стоп, стоп. Подержи пока у себя, хорошо? Ладно, легких путей мы не ищем.